Stop out. Итак, ребят, привет. Как вы видели, в прошлый раз я пытался добыть там железо, зачистил Одина. Так, железо, ребят, давайте так, сначала. Первое, что я хотел, это выложить вот это. Я вообще собирался пойти в подземку. Правильно, подземку. Но у меня появились другие планы. У меня появился, опять же, трейд с тем же чувачком, которого вы видели раньше. Он мне поможет с броней, получается. Да, поможет с броней. Ну и. Сейчас я должен буду допереплавить, получается, железо, и можно будет идти с ним торговать. Так, тут у нас по стандарту 3 остается. Ой, 3, 6. Так, получается, давайте сейчас запихну. Вот, у меня восьмерочка есть. Вот сюда еще вот так вот закину. А тут у меня 2 меди, окей. Давайте я их заберу. Закину еще вот так вот, чтобы еще тут железо плавилось. Давайте тут возьмем две штучки, оставим туда, пятерик закинем. Так, медь пускай там, где есть железо, у меня валяется. Так. Что у нас было на торговлю? Значит, получается 20 полос, 10 порошка, 2 клея, 2 чешуи. Это от моего тиммейта. Тиммейта — это его часть, получается. Вот, да, все есть. Далее, теперь моя часть. Моя. Это 11 клея, 15 порошка, 23 полосы. Значит, давайте 11 клея. Сколько там? 15 порошка. Ребята, он сказал, что это ему надо на прокачку района, городка своего. Поэтому, ну, еще у меня так железо надо, правда. Поэтому он так продает. Что у нас по железу? Это будет 14. Так, ладно. Давайте-ка пока сбегаем. Что у нас тут? Тут железо, ну, только ладно, блин, обидно. Сейчас просто придется мне его отдать. Ну да пофиг. Так, пошли-ка мы на район, проверим, что у нас там в магазине, что у нас вообще как. Типа, задание, деньги можно собрать. Так, денежка от 9 до 17 дает 11. Что-то он мне вообще мало дает, не любит меня. Так, изготовьте 20 основных досок, окей. И в магазине у нас... Это латные, да? Латные сапоги, да. Ну и ладно, их с тобой. Вы видели, там 5 руды железной стоило 45 монет. Это, представьте, это, считайте, 2 залежи просто руды железной, хоть на зеленой локе добудь их. И... Ну и... Типа... По 9 монет за штуку. Либо ты можешь за 50 монет починить предмет, то ну нафиг. Так, 20 досок изготовить. Давайте сейчас еще доски изготовлю.
Кстати, у меня скоро 50 левел, я смогу попробовать убить Хеля. Но Хеля я бы хотел убивать, когда у меня будет уже убийца, чтобы с навыка попробовать его поубивать. Так, ладно, доски пошли. Тут семерка, тут 20, зашибись. Так, давайте связываться с нашим человеком. Человеком. Отправимся. Кстати, давайте проверим. Там сколько мне? 20 монет дает, вроде. Вроде, да. Так, а если на популярном районе, сколько оно даст мне? Типа тут же тоже левел как-то зависит. У этой барменши или как-то. Алло? Да, привет. Ну, я чуть даже не слышу, как я тебе позвоню. Что-то не отображается. Сейчас зашел. Так, что-то я его тихо слышу, не знаю. Сейчас попробую как-то настроить. А, все, понял. Так сделали. Ну что, ты как-то там? Что там сейчас? Че, вроде громче. И другу твоему, да? Ну да. Во, вот так, уже наверное. Чего? Прям уже? Я не понимаю. Повтори еще раз. Ты уже в игре? Да, да, да. Сейчас захожу. Можешь пока не спешить, там минута две еще есть. У меня просто железо доплавится. Я не то вкинул, в итоге оно не то плавилось. О, я уж подзабыл, чего там мы меняем-то, чего у меня там. Окей, дает. Так, сейчас я закреплял сообщение. Получается, смотри, 20 полос, 10 порошка, 2 клея. Там 2-3 чешуи он нашел, 2 у него было. Все-таки это на тот полупрочный синий сет лучника и поломанный. Ага. И второй обмен, это 1 склей, 15 порошка, 23 полосы на сет убийцы. Угу. А, ну еще и 20 железа. Алло? Да-да-да-да. Ну да, да. Так, это куда? Это сюда. Просто, ребят, смотрите, я не знаю, когда ты говорил или не говорил. Так, ну, я готов славливаться. Так, окей. Погнали куда? В зеленые камни? Да, пошли. Окей, вперед. Так, ну, я готов. Готов? Да. Кто дает отчет? Алло. Алло, да, я готов. Где? Я в игре, я готов. На счет три? Ну, давай. Раз, два. Три. В прошлый раз мы попались, получается, на второй раз. То есть в желтые локи. Вроде бы. Ну как? Не, нет ничего. Ладно. Ну?
Будем пробовать желтую теперь, да? Да. Главное, чтобы нас не словили. Так, я готов. В одиночку. Ну да. Раз, два, три. Итак. Есть что? Нету. Семейную? Раз, два. Ты вышел, готов? Да, 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 уже зашел. Ты ж начал отсчет. Раз, два, я такой на три уже типа готовлюсь, нажимаю. А потом начинаю. Че, есть что? Нет, чисто. Тогда на крас. Само собой. Одиночка готов? Сейчас, 5 секунд. Я готов. Раз, два, три. Ух ты, там событие появилось еще. Как-то оно помешало. Есть что? А? Значит, нету. А у меня тролль есть. Тролль это хорошо. Почему? Там, кстати, с него лут обновили. Да? И чё? Ну, я у тебя спрашиваю, обновили, не? Нет, не знаю, не убивал. Угу. Так, ну семейная. Готов? Давай. Раз, два, три. Я уже пробую даже после двух, как-то раньше трех нажать. Потому что вдруг как-то задержка еще. Есть? Нету. Что-то вообще не фартит. Да, да, редко такое у меня. Да, ну и в прошлый раз мы как-то на второй раз попались. Ну, типа на второй локи. Обычно так и бывает. У тебя появился проклятый город? Нет. Ладно, тогда не выйдет. Что, желтый лес? Ну да, пошли. Одиночка готов? Сейчас, бегу еще. Готов. Раз, два, три. Ну, пиши, 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 пиши. Есть? Нету. Слушай, а может это какой-то баг чата? Просто я помню раньше, вот когда играл, вот слышишь, у меня сейчас каждый сам за себя бежал. Это может какой-то баг чата, типа оно не пишет. Не, ну бывает иногда, что не отображается, да. А ты как бы это... Ты сам пишешь в чате что-либо? Ну, иногда, да. Но ну, вот сейчас мы, типа, пытались встретиться, я, наверное, половину раз пытался написать что-то. Ну вот, когда вот баг, когда ты не можешь написать что-то. Не, ну у меня если пишет. А, пишет? Ну, значит, чат работает. Ну, с другими я не сталкивался. Ну, ладно. Когда ты вот набрал, написал, бам, у тебя высветилось, все, это 100 пудов он работает. А то бывает, заходишь,
Ты набрал, он не высвечивается, или ты даже набрать не можешь, тогда он, да, багует. А если у Понял. тебя вы, то все работает. Ну что, семейка? Ну давай. Раз, два, три.